Мобби Креп, и мы приняли разбор жучков. Покажу сейчас. Давай, показывай. Вот тут долгоносики. Ну так ты ж открой, чтоб все видели. Тут долгоносики. Смотрите, он же вылазит. Не же вылазит. Долгоносики вылазят. Угу. Закрывай аккуратненько. Теперь дальше кто? Там наши, которые свидетельствуют. Наши Стефан. Кто? Аленка. Аленка Махматева. Аленка Махматева. А возьми на ручку, покажи. Аленку. Вот она. Ой, какая красивая Аленка. Относится к семейству бронзовок, да? Да. Сади обратно. Кто там у тебя дальше? Где? Кого вот, открывать? Вот этот. Кто это? Что это за жук? Не знаю. За Фобус. У меня за Фобус. За Фобуса поймал. Возьми на ручку. Ну, возьми на ручку, покажи. Вот, вот он. Ой, упал. Вот, упал. Вот он. Видите? Покажи на камеру. Вот он. Вот он. Какая. Красивый. Весь ясен. Черненький. Усаченький. Уемку. Забирай. Он как он, на кого вида похож? Он как он ко мне относится. Кусачиком? Котряды жесткокрылые. Котряды жесткокрылые? Да, отряд жесткокрылые. А кто отряд... А кто другой отряд? Силкунчиков? Какой отряд силкунчиков? Кто? Жесткокрылые. Жесткокрылые? Жесткокрылые. У них твердые крылышки. Называется жесткокрылый отряд. Кто там у тебя еще есть? Покажешь? Кого открыл? Муравьев. А тут у тебя муравьи? Да. Тут ого, какие большие муравьишки. Ой, она упала. Вот. Закрывай второй, чтоб не убежал, а мы этого поймаем. А зачем тебе муравьи? Чтобы ловить, чтобы пауку покормить паука. Покормить паука? Да. Хорошо. У меня личинки еще личинки. Личинка? Да. А кого это личинка? Бушкоровки. А вот сами бушкоровки. Давай откроем божью коровку, посмотрим. Давай. Вот они, сами бушкоровки. Да, божья коровка. Все? Пока-пока! Пока! Кстати, пока-пока-пока!